Друзья, всем привет! Утро сегодня началось с того, что обнаружили мертвым народного депутата Украины Антона Полякова. Факты его смерти, я надеюсь, установит следствие, объективно установит. Но хотел с вами поговорить о другой истории. Как сегодня во время заседания Верховной Рады глава комитета по социальной политике Галина Третьякова, которая, если вспомните, рассказывала про то, что есть дети плохого сорта, она в чат «Слуг народа» написала о том, что на одного врага Украины стало меньше. Это, конечно, вызвало бурю эмоций в Верховной Раде, потому что погиб человек, и при этом проявляется у «Слуг народа» вот эта охуевшесть. И ей сделали замечание, она взяла слово, но при этом вместо того, чтобы извиниться за то, что она написала, она решила дальше отстаивать то, что она считает. Посмотрите этот отрывок, и мы продолжим. Доброго дня, шановні колеги. Не будемо вас забирати багато часу. Ми хочемо, наша група партії «За майбутнє», звернутися в першу чергу до фракції «Слуги народу». Тільки що в вашому партійному чаті керівник комітету, який має піклуватися людьми, дітьми, пані Третьякова, написала, що одним ворогом менше про Полякова, про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракція «Слуги народу», зробити висновок зі слів пані Третьякової. Вона всім відома відношенням до дітей, до людей, до країни. Я вважаю, що це неприпустимо. Яким би політичним опонентом чи людиною не був пан Антон Поляков, померла людина, звичайна людина. Крім того, наш колега по парламенту. Я дуже прошу вас, дуже прошу пана Стефанчук, зробіть, будь ласка, моральні висновки і скажіть, як ви вважаєте, виходити треба з цієї ситуації. Такого робити не можна. Дякую. Галина Миколаївна Третьякова. Я думаю, що краще, коли вона сама висловиться з цього приводу. Але, звичайно, якщо такі слова були, вони неприпустимі. У мене два зауваження. Перше зауваження, звідки Замайбах знає про те, що пишуть в чаті «Слуга народу», це раз. А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут, в залі, Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь якісь платки на рота, то мені здається, Галина що Миколаївна, позор це вам. Галина Миколаївна, виключіть, будь ласка, мікрофон, шановні колеги. Життя кожної людини є вищою соціальною цінністю. Так гарантує стаття 3 Конституції України. І давайте припинимо на цьому будь-які спекуляції. А свобода слова в тому числі означає відповідальність за те, що говорить кожен з нас. Дякую, шановні колеги. Ви тільки вдумайтесь в цинічність цієї історії. Эта история с Галиной Третьяковой абсолютно на 100% показывает охреневшесть президента, слуг народа, офиса президента, кого они считают за людей, за быдло, и им абсолютно наплевать на всех. Это просто отличный маркер их отношения. Более того, чуть-чуть позже я опубликовал из чата «Слуги народа» скриншот, где она пишет, что единственное, кого она будет оплакивать, это «Слуг народа». Это ее прямая цитата. Человек, который отвечает за социальную политику, отвечает за состояние каждого украинца, за пенсии, за пенсионеров, за детей, за малоимущих. Прямо в чате «Слуги народа» пишет о том, что она только будет оплакивать слуг народа. Это все, заметьте, одна цепочка. Как охеревший Коля Тищенко напал на меня, когда я критиковал президента. Потом Мацгер, глава правления Укрэксимбанка, который на журналистов напал. Вот эта история с Галиной Третьяковой. Потом, как президент заявляет о том, что у нас будет нахальная политика. По факту мы лишний раз убеждаемся в том, что это нахальная политика исключительно к украинцам.
Нас просто пытаются всех задавить и подавить. Вчера я вам обещал, что сегодня опубликую видеозаписи снова о моих запытах к президенту Украины. И внимание! Впервые за 2,5 года не прочитали запыты к президенту Украины. Впервые после смены спикера парламента сегодня не зачитали запыты к президенту Украины. У меня было 2 запыта, обращения, чтобы народные депутаты проголосовали. Первое, это чтобы перенести офис президента в офшорную зону. И второе, чтобы лишить гражданства главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамия. Именно за его слова, когда он сказал, что в каждом украинце, в каждом ДНК каждого украинца есть коррупция, живет коррупция. Я считаю, что такие люди, которые просто являются врагами нашей страны, которые ненавидят украинцев, он украинофоб, если он такое говорит, они не должны быть гражданами нашей страны. Для них открыта прекрасная дорога в Ростов-на-Дону. Смело может собирать свою кучу людей, куча депутатов, беспринципных, продажных, и сваливать с ними туда. Брать вместе с собой может того же Ермака, Зеленского и всю эту шоблу, и направляться прямо туда. Но сегодня слуги народа проголосовали, чтобы не зачитывать запыты к президенту Украины. Интересно, как они на следующем заседании поведут себя, будут ли зачитывать эти запыты. Друзья, не забывайте обязательно подписаться на мой канал, для того, чтобы знать объективную информацию и всю правду, которую вам не рассказывают на ТВ. До встречи!